Пилот-любитель смог посадить легкомоторный самолет Piper Arrow, у которого отказало управление, со своей семьей на борту. Видео аварийной посадки публикует Daily Mail. Канадец Девин Миллер путешествовал с женой и двумя детьми по США. Легкомоторный самолет Миллера вылетел из аэропорта Фолконфилд в штате Джорджия, но в полете у него отказало управление дросселем в положении максимальных оборотов двигателя. Миллер связался с диспетчером и сообщил о неполадке, после чего наземные службы начали искать аэропорт с достаточно длинной взлетно-посадочной полосой, ВПП, подходящей для аварийной посадки. В это время пилот пытался восстановить контроль над управлением оборотами двигателя, не выдавая своих эмоций, чтобы не напугать детей. В итоге ему удалось посадить самолет в аэропорту Меридиан Реджинал в штате Миссисипи. После остановки воздушного судна Миллер и его жена с трудом сдерживали слезы. Пилот опубликовал видео аварийной посадки, чтобы призвать других летчиков отработать подобную ситуацию вместе с инструктором в безопасных условиях. Через некоторое время семья Миллеров продолжила путешествие по США на самолете своего друга. В июне 2019 года в сети появились кадры с инцидентом на борту пассажирского самолета компании Air Peace в Нигерии. Авиалайнер выкатился за пределы полосы.